Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот Александра Романовская задержана по административному якобы нарушению. Чемпионка мира, вы вдумайтесь, задержана за административное правонарушение. А то, что приезжие, непонятно кто, люди творят фактически беззаконие в стране. То, что они собираются митингами в центре Минска, это не является, по мнению министра внутренних дел Республики Беларусь, лукашенковского режима, это не является нарушением ни таким. Он ничего не видит в этом противозаконного. Вы вдумайтесь, до чего дошла система, что какое лицемерие системы, какое лицемерие вот это и фактически фантасмагорическая обстановка в Беларуси сейчас, когда чемпионку, которая приносила пользу огромную Республике Беларусь, привлекают за административку и появят минимум 15 суток, а эти непонятно кто, может быть даже террористы или преступники беглые из Ирака, Сирии, еще хрен знает откуда, спокойно вытворяют, что хотят и живут, как хотят. Так что, ребята, над этим стоит задуматься. Понятно, что это философский вопрос, но все же. А Александре я желаю всего наилучшего только. И постарей решить этот вопрос. И, увы, ей придется покидать родную страну Беларусь. Иначе на нее будут вешать и вешать различные статьи. Потому что если режим уже взялся, он уже вряд ли ее отпустит.